Всем привет, Гуминал и Амазоку. Сегодня видос такой, две попытки зачаровать карту плюс 8. Это будут проницательность и природные силы. Хотел сразу же, чтобы еще и сияние брони, сияние оружия было, но пока этого дела не пошло. Оно не заходит никак, там прыгает туда-сюда. Ну то есть... Плюс 6, две карты к левию, плюс 7 не получается, и остается 1 пятая, 2 пятые к левию, опять слон. Ну, короче, сложно до плюс 7 их дотягивать. Непростая задача до плюс 7 их дотянуть. И еще, наиболее, сейчас вот самая сложная задача, это как плюс 8 сделать. Так, ну что, давайте попробуем сделать две попытки. Ну что, нажимаем просто и... И думаем, что получится. Ой, не получилось что-то. А, еще раз сюда наткнуть. Одна зашла. И вторая не зашла. Так. Великая математика, сейчас включаю. Что сейчас произошло, короче. Первая попытка, она как бы удачно получилась, но там 16500 минус сразу. И это получается. Вторая попытка. Первая попытка, короче, где-то 12 лярдов принесла, а вторая убыток принесла. Где-то 12500 первая попытка принесла, получается, а вторая забрала 7500 примерно. И карта шестая еще осталась. Так, что мы имеем? Ну, имеем то, что... То, что... 10 осталось плюсом. А. Нормально. Где-то 10 плюс ушел, но я говорю, я очень сложно это делал. Это плюс 7 вообще не идет. Ну никаким образом не идет. Вот такое вот дело. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь за канал. Всем удачи. И сейчас я какой-нибудь жест там бахну. Так. Вот такой. Помахать рукой и... Так, все, нормально.